Ровно полвека прошло с тех пор, как в Чувашии заработала система очистки сточных вод перед сбросом в Волгу. В 1967 году в Новочебоксарске ввели в эксплуатацию биологические очистные сооружения, которые обслуживают город химиков и столицу республики. 50 лет назад стоки механически очищали от содержимого и обеззараживали хлором. С тех пор технология значительно изменилась. Сейчас вместо опасного химического элемента бактерии и вирусы убивают ультрафиолетом. Осадок, который остается после очистки, не складируют на шламонакопителях, а перерабатывают. Сейчас требования, которые предъявляются к качеству очищаемых сточных вод, ужесточились как экологически, так и санитарно-эпидемиологически. Ущерб, конечно, сейчас нас намного минимизирован вот внедрением вот этих технологий, которые мы сделали. Введены за последние годы ряд объектов. В какой-то степени они уникальны для не только для Чувашии, но и для Российской Федерации. К вам приезжают за опытом коллеги из других регионов. Модернизация на очистных продолжается. Сейчас там строят так называемую третью очередь. Это новые сооружения, которые заменят устаревшие за полвека конструкции.